Документальная картина, запечатленная временем чувашского режиссера Алекса Плата, завоевала награды на кинофестивалях различного уровня. Посвящена она 75-летию Великой Победы. Сегодня картину показали жителям Чувашии. Этот фильм о войне, такой, какой ее представляет нынешнее поколение. Здесь нет достоверной и оттого очень пронзительной военной хроники. В кадре свидетели тех трагических дней, когда шла Великая Отечественная война, они были еще детьми. Спустя столько лет их воспоминания по-прежнему ярки и эмоциональны. В роли слушателей ученики кадетского лицея, что в Новочебоксарске. Во дворе они обнялись, и мама опять плакала. Ей это видео через окно. Папа, оторваю тебя, и побежала дома. Предложили, в принципе, возник этот проект совместно с главным режиссером, с Алексом Платом, создание подобного фильма. Конечно же, мы подняли все руки за. То есть весь кадетский лицей целеустремленно начал как-то уже готовиться к этому. В главной роли Александр Барган, который буквально проживал жизнь каждого ветерана. А съемок у меня остались только положительные эмоции. Конечно, все было трудно. Наиболее трудоемкими были полевые исследования, когда мы выезжали в деревню Большие Котяки на глубинное интервью с представителями поколения «Дети Великой Отечественной войны». Фильм посмотрели уже в Америке. На международном кинофестивале в городе Калвер-Сити зрители очень эмоционально реагировали на картину о войне. Она признана лучшей в номинации документального кино. Режиссер фильма Алекс Плат. Он также победил в номинации «Лучший режиссер документального короткометражного кино». Увидеть полную версию фильма можно будет уже на нашем канале в мае этого года. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика.